Хочу вот спросить, люди освобождаются, которые с мест заключения, их проверяют постоянно. Ходят участковые, проверяют постоянно, дома ли они вечером. Я считаю, что у этих детей тоже надо ставить на учет, чтобы проверять, дома ли они вечером. Если нет, прям сразу их отправлять в спецприемник, там, в интернат или как. Почему они должны, если они опасны для наших детей, почему они выходят на улицу? Пусть дома сидят, читают книжки, смотрят фильмы, учатся жизни, пусть их воспитывают родители. А вот это, там освободятся, например, люди работают, им не дают, вечером должны дома сидеть. А здесь дети ненормальные, я считаю. Их почему-то не проверяют. А почему, я не понимаю.